Разборки на северо-западе Челябинска закончились стрельбой. В одном из дворов собралась толпа из 40 человек. Конфликт случился рядом со школой и детским садиком у дома 291 на проспекте Победы. Местные жители слышали выстрелы. По словам очевидцев, разборки устроила толпа молодых людей в возрасте 20-25 лет. На стрелку они приехали на 6 машинах. Как рассказали в полиции агентству чрезвычайных новостей, проверка по этому инциденту уже началась. Устанавливаются участники событий. В полицию никаких обращений о стрельбе в тот вечер не поступало.